Всем привет, меня зовут Лиза, добро пожаловать на мой канал. И сегодня я хочу вам рассказать о своем очередном заказике с сайта Фармакосметика. Сайт Фармакосметика мне полюбился тем, что он надежный, он проверенный, оттуда не может прийти какая-то подделка, либо брак, что-то такое неприятное. Получив оттуда заказ, я знаю точно, что я никогда не буду разочарована в качестве продукции. Делать заказ очень удобно, когда нет под рукой компьютера. Можно просто взять телефон, открыть мобильное приложение. Мало какие сайты могут похвастаться своим мобильным приложением. Называется оно ЦЗК, Центр здоровья кожи. Все очень просто, удобный, приятный интерфейс. Сделать заказ очень просто. И, кстати, здесь есть такие очень классные разделы. Это скидки, подарки, наборы. Есть раздел супер распродажа с очень-очень хорошими скидками. Я его постоянно отслеживаю, чтобы не пропустить какую-нибудь интересную скидочку. Также есть интересный раздел. Это уцененные товары. Товары с очень-очень большой хорошей скидкой. Допустим, вот этот вот крем от Vichy Нормадерм. Я урвала с какой-то сумасшедшей скидкой. Он что-то стоил, по-моему, 2 с лишним тысячи, может быть, даже к 3 ближе. А я его урвала, по-моему, рублей за 800. Со скидкой было указано, что это мятая коробка. То есть это не какие-то непросроченные средства, а это просто коробка, в которой она была упакована, была мятая. Но когда она мне пришла, кстати, распаковку я показывала во влоге. Сейчас в основном все мои какие-то распаковочные такие видео переехали на влоговый канал. В общем, если вам интересно, вы можете посмотреть там. Так вот, можете, кстати, и увидеть, что коробка была абсолютно в идеальном состоянии. То есть никаких-то огромных вмятин, ничего такого я не нашла. И, в общем, я была очень-очень приятно удивлена. Так вот, давайте начнем уже тогда с этого кремика, раз я с него начала. Здесь очень-очень удобный такой вот носик-дозатор. Его я использовала в качестве ночного крема. Очень он мне понравился, наверное. Весь август это был моим фаворитом. Пользовалась я только им. Очень приятный крем. Не тяжелый, именно такой легкий. Не оставляет никакой жирности. Кожа сразу становится такая приятная, бархатистая. Отлично увлажняет кожу. То, что нужно для моей жирной кожи. Следующее средство, это два средства. Ну, кто бы сомневался, да, что я и не закажу батисты. Батисты мои фавориты, моя любовь, по-моему, навеки. Каждый раз, когда где-то вижу батистики, покупаю их, и, по-моему, батистов много не бывает. В общем, обожаю, люблю, и вот этот мне уже, кстати, подходит к концу. Этот еще почти полный, и, в общем, всегда заказываю батисты. Они класс. Следующее средство. Интересно мне было попробовать какое-то новое маслице для волос. Сначала, кстати, я присматривалась к Керастазу, знаменитому. Но поспрашивав про него, поняла, что оно не стоит своих денег. Взяла вот такое вот масло от Matrix. Стоило на районе, по-моему, 800, может быть, 900 рублей. Питающее масло для волос. Универсальный выставляющий уход глубоко. Питает волосы, не утяжеляя их, придает им моментальный блеск, мягкость и сияние. Использовала я его на кончики. Сейчас это мой фаворит и любовь. Кончики выглядят великолепно. Буду активно им пользоваться, потому что ближе к зиме, в холода, мои волосы превращаются просто в ужасные секущиеся какие-то патлы. В общем, я очень-очень большие ставки делаю на это маслице, что оно как-то будет препятствовать, будет восстанавливать мои волосюшки, и с ним будут мои волосы выглядеть намного лучше. Уже все прекрасно, питает, увлажняет кончики. Кончики живые, кончики мягкие. Продолжаю пока пользоваться. Следующее средство, это моя давняя такая хотелочка. Интересно мне было попробовать бальзамчик от Carmex. Выбрала я для себя с гранатом. Что я хочу сказать, он очень-очень приятный на губах, в том плане, что он так холодит немножко, их покалывает, губки увлажняет, хорошо подпитывает, но у него один недостаток. Приятно пахнет, но у него для меня один очень большой недостаток. Он отвратительный на губах. Вот этот по вкусу, то есть мажем губы, все равно мы разговариваем, какая-то часть попадает в рот, да, мы это все дело пережевываем. В общем,
Он отвратительный вкус имеет. Прям фу. Мне не нравится его вкус, поэтому я им не так часто пользуюсь, как хотелось бы. Но все-таки мне нравится его действие, я им пользуюсь. В общем, кого отпугивает вкус, не берите его. А, и последнее, еще я не пробовала, это маска для лица, восстанавливающая на основе муцина улитки. Такие вот масочки с улиткой славятся. Я некоторые другие пробовала, тоже мне они нравятся, они отлично увлажняют кожу, прекрасно на нее влияют, поэтому я не сдержалась и приобрела еще одну такую тканевую маску. Хотя у меня уже тканевых масок огромная коробка, но вот это у меня, так сказать, в первую очередь лежит, которую я хочу использовать. А в пустых баночках я вам обязательно расскажу о ней. В общем, вот такой вот у меня был заказ фармакосметики. Фармакосметику люблю, обожаю, уважаю. Это, наверное, для меня самый такой авторитетный, самый лучший сайт с аптечной косметикой. Что говорить, зайдите, посмотрите. В общем, не забывайте ставить пальчики вверх, подписывайтесь на мой канал, и всем пока-пока, до новых встреч. For